11.2.0409.06.2018, обновлено, 11.5.9.2018, 34930 Челябинск, 9 июнь, РИА Новости. Депутата Совета депутатов в Вашинском муниципальном районе Челябинской области по требованию прокуратуры лишили полномочий за то, что он не отчитался о доходах и расходах за прошлый год, сообщил в субботу пресс-центр надзорного ведомства. Вашинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в части предоставления сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По данным прокуратуры, депутат Совета депутатов Кропачевского городского поселения Вашинского муниципального района не предоставил сведения о доходах в установленный федеральным законодательством срок до 30 апреля текущего года. Председателю местного Совета депутатов прокурором внесено представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутата. По результатам рассмотрения представления прокурора решением Совета депутатов Кропачевского городского поселения депутат лишен полномочий депутата представительного органа местного самоуправления, говорится в сообщении.